Всем привет, друзья! Вы на канале Счастье Птицы. У нас сегодня пушистое соревнование. Смотрите, у нас открылись новые карточки сказочной силы. И сейчас мы парочку откроем карточек сюрпризов и посмотрим, что же попадется нам. Так, а ну-ка, откроем вот эту. Отлично, она попала сюрприз из слитка золота. Как жаль, что нам не попался новый пушистик. Кстати, а наши герои вот-вот приступят к испытанию. Сегодня, кстати, у нас участвуют суперкоты против Анжелы эльфов. Ну что, вы готовы? Сейчас еще одна карточка сюрприз, и мы можем начать испытание. Кто больше всего насобирает суперсилы, тот и выиграет. Ну что, Анжела эльф против двух суперкотов. Кто же все-таки сильнее? Наши котики телепортировались в город, и мы начинаем искать сказочную силу. Кстати, друзья, а вы подписались на канал Счастье Kids? Если еще не успели, то скорее подписывайтесь. Кнопочку подписаться прямо под этим роликом, мои хорошие. Друзья, сегодня также в этом видео я вам передам приветики. Приветики немножко задержались, потому что я заболела и у меня совсем пропал голос. Но вот теперь вроде бы все хорошо и можно снимать новые ролики. Так что с сегодняшнего дня я буду передавать приветики, которые не успела передать. А если вы тоже хотите привет, как всегда в комментариях под этим роликом пишем ваше имя и фамилию. И обязательно получите приветик. Давайте смотреть, кто же у нас на первом месте. А на первом месте у нас всех пока выиграет моя любимая Анжела Эльф. И сегодня я болею за Анжелу Эльфа. Кто вместе со мной болеет за Анжелу Эльфа, напишем цифру 2 в комментариях. И я надеюсь, что сегодня нам собирает очень много сказочной силы. А на втором месте у нас суперкот Том. На третьем месте супер Джинджер. У него всего лишь 12 штук суперсилы. Так, ну что, у кого больше, тот и выиграет. Кстати, кто болеет за Тома, пишет в комментариях много-много-много четверочек. А кто за рыжего кота Джинджера, пишет в комментариях цифру 6. Смотрите, куда попала Анжела. Она забила в логово к любимому енотику. Сейчас мы его поймаем. Кстати, хорошо, что в логове тоже есть суперсила. А то бы Анжела могла бы проиграть, пока ловила бы нашего хитрого енотика воришку. Так, давай, Анжела, ускоряемся. Воришка совсем рядом. Я надеюсь, что вот-вот мы его сейчас с вами поймаем. Не забывайте, кто вместе со мной болеет за Анжелу, пишем цифру 2 в комментариях. Поддержим нашу пушистую кошечку. Так, а мы получаем енотик. Надеюсь, в этот раз у меня будет 3 звезды. Буду пить его мешок посильнее. Так, а ну ура! У меня 3 звездочки получилось. И, кстати, 30 штук суперсилы, 31 Анжела. Мы сейчас не спустимся в новогоднюю локацию, где много подарков, уже украшен новогодние елки. И смотрите, как здорово, у нас везде идет пушистый белый красивый снег. Как же я люблю зиму. Много украшений, гирлянды, подарки, обожаю. Кто вместе со мной любит зиму, давайте напишем цифру 5 в комментариях, мои хорошие. Или просто пишите «обожаю зимние подарки». Кстати, но вот нас... О, нет, Анжела снова на первом месте, но нас пытается обогнать суперкот Том. У него уже 41 суперсила собрана. Так, он берет магнитик и, кстати, он катается в моей любимой локации на сноуборде. Здесь, кстати, много волшебной силы. Она нам пригодится. Ай-яй-яй, Том врезался. Тем временем Анжела не останавливается и собирает суперсилу одну за другой. Смотрите, сколько много здесь этих волшебных штучек розовых. Прям под елочками лежат, друзья. Вот еще суперсила. Если честно, немножко тяжеловато говорить, но все-таки решила для вас снять этот ролик. Мои хорошие, не болейте, скоро Новый год, нас ждут елки и много подарков. Так, Анжелочка разгоняется, и она теперь тоже, кстати, вы заметили, все сейчас катятся на сноуборде в моей любимой локации. У кого больше всего очков, давайте смотреть. Теперь на первом месте котик Том. Он снова врезался. Да что ж такое, ему сегодня не везет. Ему точно нужно найти взрывчатку, потому что он постоянно во что-то влезает. О, ему повезло. Он взял защитный шлем. Это дополнительная жизнь. А он ему сегодня точно пригодится, потому что он постоянно врезается. Кстати, собирать суперсилу стало сложнее. Такая скорость. Смотрите, сколько много ее пропускает котик Том. Он то врезается, то пропускает. Так, отлично.
Еще один защитный шлем, и он как раз пригодится котику там, потому что он врезался, и эта жизнь, так сказать, его спасла. Он не теряет времени, собирает себе силу. И на первом месте у нас снова Анжела Эльфинга. Сегодня она никому не хочет уступать свое первое место. У нее 73 суперсилы. Отлично, берет еще наша Анжелочка, разгоняется, и ее пытается догнать опять котик Том. У него уже 71, 72 молнии, 70 молний у рыжего Джинджера. Ничего себе, наши котики все почти сравняли счет, вот это да. Кстати, друзья, подписывайтесь на мой второй канал «Волшебный сундучок». Напоминайте название «Волшебный сундучок» и обязательно заходите на мой второй канал, мой хороший. Кто же у нас выигрывает? А теперь котик Том всех обогнал. Ничего себе, Анжела на втором месте. Она, кстати, у нас летит на самолетике новогоднем, пора приземляться. Надеюсь, сейчас Анжеле попадется какая-нибудь крутая локация, и мы с вами сможем обогнать кота Тома. 83 суперсилы, а Том берет магнитик и собирает целую гору золота. Спускается в зимнюю локацию, сейчас ему будет очень сложно. Смотрите, какая локация, тут мчатся поезда, много снега, и снеговые шары падают прям сверху, снизу, здесь прямо снежный апокалипсис. А вот енотик оставил для нас сейф, бери маг... Ой, молнию пропустил, Том, ты же так не займешь первое место, хотя я же болею за Анжелу Эльфа. А у нее 89 молний, но она на втором месте, и ее все равно обгоняет против Том. А пока соревнования в самом-самом разгаре, я, пожалуй, передам приветики, друзья, а то вы уже заждались. Михаил Николаев сегодня получает самый первый, самый пушистый приветик. Руслан Генбарисов также ловит огромный привет от нашего канала. Привет получает Оля Бондарчук и Вика Тарасенко. Большой вам приветик, девчонки. Настя Пизанкова и Алина Драгунова ловит огромный привет. Также привет летит еще для одной Алины Сыргабаевой. Большой-большой тебе приветик, Аленочка. Соня Картавых ловит приветик. Юля Пиманова получает большой привет. Оля Максимова, Анна Павлишина, Николь Кузнецова ловит огромный привет от нашего канала. Кира Савчук, Марк Разгуляев получает привет. Нестана Кудайкулова, а также консультанту Аскербекова получает огромный-огромный пушистый приветик. А также приветик для Аллы и Садичевой, и Артему Зверякову большой приветик. София Болотова, Роман Тананыкин, Вероника Хатмулина получает привет, Катюша Абрамова, Амир Грушков и Семен Песенко. Вот такие приветики, друзья. Не забывайте писать в комментариях ваше имя и фамилию, если хотите получить приветик от нашего канала. Так, ну а у нас на первом месте снова Анжела Эль. Ура, ура, ура! Я надеюсь, что все-таки она будет первой, и Том не сможет ее догнать. А у него уже 109 молний, 100 молний у Джинджера, он пока у нас в хвосте. И соревнования вот-вот закончатся, я надеюсь, что Том не найдет суперсилу. Так, давай, Анжела, чуть-чуть, буквально чуть-чуть, и мы узнаем с вами, кто же все-таки занял самое первое место, кто сегодня победил. Соревнований под названием «Сказочная сила». Кто же будет первым? Так, стоп, игра. Останавливаемся. Пора сдаваться. Так, останавливаемся. Анжела, стоп, игра. И Джинджер тоже останавливается. Давайте смотреть результаты. У кого больше всего суперсилы? Ура, мои хорошие, первое место все-таки заняла Анжела Эльф. У нее 123 силы. На втором месте у нас Том. Супер котик Том. И самый последний у нас супер котик Джинджер. Вот такое у нас сегодня было соревнование. Анжела Эльф против супер котов. Друзья, соревнуйтесь, играйте в игру «Бег за золотом», собирайте сказочную силу и обязательно открывайте двух новых, а точнее двух бесплатных старых пушистиков Супер Тома и Супер Джинджер. Ну а мы пока откроем бонусы и посмотрим, что у нас тут есть еще. Кстати, откроем сейф и несколько волшебных карточек. Друзья, я напоминаю, что новые ролики у нас выходят по вечерам в 17:00. Так что жду вас всех-всех обязательно в новой серии на канале Ушастый Кидс.
Ну а на этом все. Всем пока-пока, мои хорошие.